Дело в том, что мы от нашей администрации, от государства, мы получаем всего 10 тысяч на все. Вот детские мы не получаем, материнский капитал нам не дает. Вот был приказ нашего президента, что одинаковые родители, которые воспитывают отцы или матери, да, одинаковые, чтобы пособие давать. То есть пособие тоже не давали, вот нам тоже подавали. А да, мы подавали пособие, там сказали, что вот так, по такой причине, вот, ну, сказали, что вы не работаете, вам не положено. Вот, и вот недавно тоже был, да, с 8 до 14 лет, или до 16, вот тоже не совпадаем под этой категорией. Вот. Мы получаем 10 тысяч, это 5 тысяч даем за квартиру, и остальное все, как бы, долги растут, вот, поэтому по этому вопросу тоже...